Привет, друзья, у микрофона Странник, и я продолжаю играть в игрушку Ring of Pain. Уж очень она меня зацепила. В прошлый раз мы делали много забегов, один был более-менее удачный, почти дошли до конца, но все-таки не хватило. Уже разблокировали чуть меньше третьей коллекции, много, в общем, предметов. И плюс я когда завершил, вышел назад, а не нажал повтор, у меня открылось особое подземелье. Я так понимаю, это какое-то подземелье, которое будет раз в какое-то время, вот 15 часов, обновляться. Особое подземелье, множество свитков, плюс 3 свитка в каждом подземелье. Напитки покрепче, зелья в 2 раза эффективнее и появляются в 2 раза реже. Ну что, попробуем? Вау, сразу? 3 раза больше свитков, это именно вот так вот? Так, ну я тут вижу... Расходы все души. Каждая душа наносит 1 единицу урона священному существу. Так, призываем сразу вот сюда вот. Здесь берем. Гарантирует критический удар для следующих 3 атак. Но обездвиживает и наносит 15 единиц урона цели. Давай заморозку сделаем. И уходим сюда. И она там бахается. Отлично. И мы убиваем здесь. Ай, блин, я думал безнаказанно. Но нет. Случайная характеристика предмета плюс 1 за каждые 5 единиц урона отравлением. Обезоруживает обойденных существ при успешной незаметности. Давай вот это возьмем. У меня как раз плюс случайная характеристика за каждые 5 единиц урона отравлением. У меня отравление тикает как раз. Возьму скорость. Без скорости плохо. Так, устойчивость к проклятиям. Открывать все карты. Ну, типа, чтобы заранее было видно. Давай возьмем. Хуже от этого не будет. Так, что здесь еще? Замораживает. Давай заморозим. Здесь есть... Давай вот эту возьмем, сразу используем. Здесь заберем... Блин, музыка тут, конечно, такая себе, ну ладно. Преобразуют одну характеристику, используем и все. Блин, а я что-то как-то призывал, там был интересный свиток, ну ладно. Не страшно. И здесь у нас проход опять неизвестность. Почему неизвестность? Я вроде такой видел. Умирать неохота. Давай, бежим. Тут бежим. Тут бежим. Здесь берем. Подсходы все души. Ну, блин, такой себе. Защита существ нейтрализуется при атаке. Если... Ладно, давай заморозку возьмем. Здесь пробуем взять. Отлично, хпшку остановили. Этот бахает. Мы убить не можем. А вот эту можем. Так, ну это мы разменим хп, потому что дальше там вижу есть змея. О, шлем. Отлично. Мы ее замораживаем. И получаем много урона в лицо и заканчиваем. Попытка 1, лучше счет 645. Ага. Попробовать снова? Давай. Ну мне, наверное... Не знаю даже, мне нужно подкрывать предметов, мне кажется, побольше. Прежде чем баловаться такими режимами. Слушайте, такое ощущение, что тут даже... Ну, все то же самое. Предметы те же самые. Давай бы защиту попробуем брать. Слушай, ну реально тут прям... Нужно прям просчитывать, походу. Интересно. То есть тут, короче, подземелья не с рандомом, а конкретными какими-то шагами ты можешь просчитать, как лучше что сделать. А интересные эффекты тоже
те же самые. Да блин, не получилось бахнуть там. Блин, свиток сейчас по факту никакой не возьмешь. О, превращать цель в лягушку, по-моему, это тема. Нейтрализует дальние атаки. Одно исцеление при убийстве. Интересно. Возьму капкан. Убью капканом. Возьмем шлем. Я помню, что тут было восстановление. Ой, ладно, пойдем дальше. Это типа босс какой-то или что это? Блин. И ты ко мне все равно вернулась, да? Так, все, хп восстановил. Свиточек берем на капкан. Блин, мне хпшки прям вот не хватает. Что тут? А, при убийстве плюс одно хп. Интересно, максимум дает или нет? Отравление передних карт плюс 2 при перемещении карты. Давай возьмем. 6 урона мне не помешает. Еще урончик. Берем капкан. Пиваем эту гадость капканом. А здесь что? Гарантирует критический удар. Преобразуем одну характеристику. ХП в характеристику. Ой, иди отсюда. Ё-моё, 160, а чё так это, много? Убил, отлично. Я вот не понял совсем, как это, отравляет передние карты при перемешивании. Блин, я как обычно читаю, конечно. Блин, отравляет, ну, твою дивизию. Что здесь у нас? Телепортирует существо в конец подземелья. Ага. Уничтожает предметы. Живой сундук. Приносит плюс 50% душ от их стоимости. О! Полное исцеление. Блин. Интересная тема. Сундук уничтожить, который не могу открыть, и получу... Получу его стоимость половину. Так, сундуков что-то не вижу. Ага, я умираю по-любому, да? О, невидимка. Ну, я все равно умер. Попытка один. Счет такой-то, лучший счет такой. Количество ходов. Минусуют. Всего выбрано душ. Убито существ. Пройдено подземелье. Что-то мне не очень нравится этот режим. Ну, да, он тут все одно и то же. Не знаю, такое себе. Давай через защиту поиграем. Я не знаю, я пытаюсь действовать просто как-то, хоть как-то. Давай, фигачим, все фигачим. Ну это, блин, у меня мало атаки.
Я даже не знаю. Ну, тут, наверное, кто-то, кто прям вот хорошо шарит, может тут просчитать всю эту штуку. Но здесь мы знаем точно, что мы вылечимся. Что это делает? Обезоруживает обойденных существ с помощью успешной незаметности. Я не знаю, что он с ним сделал, но он ХП потерял. Прилично причем. Превращает цель в лягушку. Кого мы тут в лягушку хотим превратить? Что он сделал? А, он атаки его лишил. Серьезно? А почему мне урон наносит? Я ж типа это... А, ладно. Плюс одно убийство при исцелении. Ну, точнее, одно исцеление при убийстве. А, ладно, давайте в лягушку. Забираем. Эту штуку. Да, и мне хана наступает. Плохой вариант. Защита существ нейтрализуется при атаке в следующих трех поединках. Давай заморозку возьмем. Заберем шлем. Заберем восстановление, заберем свиток, причем попробую опять через обезоруживание всех существ. Давай в лягушку, мы с лягушки хпшку сможем восстановить, и пойдем сюда. Потрясение. Так, ну это мы убиваем. Блин. Размонтил. Так, здесь мы что? Преобразуем одну в характеристику. Здесь мы забираем капкан. Плюс 2 отравления цели. Исцеляет урон от проклятия. 2 отравления возьмем. Эх, я бы, конечно, бы хотел эту штуку открыть. Давайте капканом убьем. Расходы все души. Каждая душа наносит 1 единицу урона случайному существу. Блин, я даже не знаю. О, синяя бесплатно. 3 карты в подземельях. Ну ладно, попробуем, почему бы нет. Так, травитесь, пожалуйста. А у нас здесь что? Использование банок, плюс 3. А у нее здесь нету ограничений, да? Она постоянно действует. Гарантирует 3 незаметности. Так, живем. А, здесь у нас опять отравление будет, да? А незаметно все уже не работает.
Давай, вот эту добьем. Здесь мы заберем заморозку. Ай, ладно, давай. Так, дальниками расправились. О, блин. Травись, пожалуйста. Эх, хочу легендарочку. Я могу вот так отравить? Не могу. Мне нужно сделать вот так вот. Травим ее. И деремся с вот этой. Убиваем вот эту. Травим. И уходим. Ха, отлично. Слушай, зачистил всю волну. Не, ну книга отравления, конечно, прям must have. Так, что у нас здесь? Создает случайную карту выхода. Это интересно. Носит 5 единиц урона. Все взрывные существа самоуничтожаются. А давай прям сразу и за нем. Бахайте. Так, а ты что у нас? Ой. Нет, не хочу я с тобой. Что с тобой происходит? Следующее действие поглощает существо поблизости. Он еще и хп себе увеличивает. Так, я хочу создать сюда вот эту. Так ты наверняка умру, да? Ну ладно. Ну слушайте, уже круче. Ну да, можно тут, конечно, пробовать. Тема интересная. Посмотрели, что такое особое подземелье. И интересно, они меняются один раз в день или там раз в неделю. Ну, в общем, такая штука. Данное подземелье мне не понравилось. Я хочу все-таки пойти дальше. Возможно, если я открою большую коллекцию, если мы посмотрим, в коллекциях есть и различные свитки, которые у меня еще не открыты. И вполне возможно, ну, у меня все начальные открыты, да. И вполне возможно, если бы у меня были открыты вот все легендарные фиолетовые свитки, то они бы мне начали выпадать там. Соответственно, пока не открою все предметы, там буду страдать. Ну, кстати, вот интересно, что он тут пишет рейтинг. Как тут посмотреть? Ну, в общем, там писал рейтинг, а рейтинг с чем? Как ее посмотреть? Непонятно. Ладно, большое спасибо, что посмотрели. Не забывайте подписываться на канал и увидимся в следующей серии. Пока-пока!